Один из немногих плюсов Дубая – это то, что в некоторых гостиницах есть прямой доступ к торговому центру. То есть не нужно идти по жаре, особенно как сейчас. Сейчас лето, поэтому let's go! Я иду в торговый центр по нескольким причинам. Это фестиваль City Mall. Здесь находится Hard Rock Cafe. Когда я бывала в Дубае, я его не посещала. Очень далеко находится от метро и неудобно. Поэтому я там не была, но пользуясь тем, что я сейчас очень близко, соответственно, я наконец попаду в Дубай, в дубайский Hard Rock Cafe спустя 6 или 7 лет. А еще у меня есть надежда увидеть моего друга. Он вроде как должен работать здесь, но это не факт. Сейчас выясню. Потом, если у меня будет время и силы, я все-таки проеду в Дубай Молл и покажу Бурдж Халифу. Я впервые в самом молле, потому что Хардрок находится с внешней стороны, с улицы. И я вот зашла и потерялась. Я даже не вижу информационного стенда, у кого бы можно было спросить, куда идти. Я обратилась к парню, который продавал палки для селфи и подсветки. И он мне говорит, поднимайся наверх, иди прямо-прямо, увидишь Зару. А спускайся снова вниз, и там будет твой хардрокушка. А зачем я туда иду? Потому что я не закрыла свой гештальт, когда посетила его. В прошлый раз я не купила себе значок, а мне нужно купить значок дубайский. Именно из-за этого я туда еду. Здесь такая жара приятная, такая обволакивающая, мне так нравится. Вот он, ни капли не изменился. Thank you. Вот он магазин, в котором я не сделала покупок. Ло-ло-ло-ло-ло. Hello, I'm good, and you? А так и поглядите. Выбор все-таки есть, но что-то мне по-прежнему не очень нравится. Вот Camel, вот этот нечеток. Do you have mediator? Okay, just one moment. You have it! Ha-ha! Огонь! Так, так. Думаю, что-то не то. Здесь елка стояла большая. О, Элвис Пресли. Это вот он. Как будто бы это было вчера, господи. Две тысячи двадцать третий. Сколько это лет назад? 8, да? Вот там мы сидели с девчонками. Праздновали мой день рождения. То есть, получается, я несколько раз сюда все-таки заходила. Thank you.
Эти гитарки дают за лучший хард-рок месяца. То есть в октябре 2013 года дубайский стал лучшим. Сколько лет прошло? Десяточка. Ну, впрочем, московский тоже всего один раз получил. И, кстати, при мне. А значок я до сих пор не получила. Если вы смотрите, я надеюсь, у вас совесть проснется, и вы такие где-нибудь по сусекам наскребете мне мой заслуженный. В общем-то, я смотрела на два значка. Один такой, как у меня уже есть в коллекции. Другой просто гитарка, написано «Дубай», такая симпатичная, стильненькая, миленькая. Но в итоге я взяла мужика. Думаю, у меня одни женщины. Им нужен мужик. Вот, местный мужик у меня теперь, значок. Огонь. Я не знаю, с чем это связано. С тем ли, что я их люблю, или с тем, что они просто любимы. Ребятам уже за хороший сорокет. Но... Who you are, where you from. В общем-то, мы вас любим. Я пытаюсь понять, что заставляет людей приезжать на шопинг именно в Дубай. Ну, как бы, зачем? У вас что, в своей стране нет торговых центров? Или вы думаете, что здесь магазины какие-то более особенные? Но все это так забавно.